что, Оленька, засыпаешь? Да. Ну тогда я прочту тебе сказочку. Маленький медвежонок по имени Умка был очень любопытным ребенком. И мама старалась научить его всему. Как правильно рыть себе берлогу? Что нужно закрывать нос, когда ловишь рыбу? Ага, Илья, теперь я поняла, откуда появился миф, то, что белые медведи закрывают себе лапкой носик, будто бы для маскировки. Оль, да, мультики и даже такие хорошие могут иногда вводить нас в заблуждение. Но все сомнения развеет рубрика «Миф, правда или вымысел». Белые медведи. Так они же во льдах живут. Ну... Зачем им маскироваться? Закапывают нос. Как? Под свою шкуру обыкновенно. Лапы закрывают нос. Убеждение, что белые медведи прикрывают лапой нос, конечно, очень милое, но совершенно безосновательное. Натуралисты наблюдали за хищниками многие сотни часов и не увидели ни одного свидетельства, подтверждающего данное заблуждение. Кстати, знаете ли вы, что все медведи одного знака зодиака – козероги, так как все без исключения рождаются в период с конца декабря по начало января.